Как он тебя, кстати, выгнал? Это было классно. Мы встретились. Я репетировал спектакль «Чайка». Да, мы репетировали месяц. Репетиции шли достаточно трудно, потому что такое, знаешь, вот как в ковид репетировать такое переходное, переходное какое-то состояние. И мы встретились у лифта, я говорю, здравствуйте. А я ведь учился на режиссерском факультете, где он завкафедрой. И я вообще его хорошо довольно, ну, то есть, как бы не знал, но мы с ним, он меня там как-то знал, видел. И как актера. И, собственно, он мне это и сказал. Ты не режиссер, ты актер. То есть вызвал, сказал, ты не режиссер. Не вызвал, это было сказано, как бы мы встретились, я говорю, да, Сергей Васильевич, я, наверное, вам должен макет показать спектакля. Он сказал, ну нет, 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 значит, можем встретиться, поговорить, но вообще я не слышал об этом спектакле ничего, ты же не режиссер, ты актер. Стоп! Вот сейчас, вот здесь тоже. Дальше ничего, вот просто вот они тебя сюда выкинули, Сань, и все, туда никуда не впечатывайся. Да, значит, еще раз, шила-шила. Шила, 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 шила. Раз, вот это что, два, хватит! Три, хватит! Четыре, хватит! Пять, шесть. Два!